В общем, ребят, всем привет. Я надеюсь, меня сейчас будет идеально слышно. Вы как раз проверите вообще мой микрофончик, потому что я его, в принципе, никак вообще не использовала. Вот. Я хотела его использовать для АСМР. Кто хочет АСМР и кому приятен вообще мой голос, то можете мне написать в комментариях, там, или если вдруг комментарии YouTube отключат, как это сейчас модно стало у них, то вы можете хотя бы лайкнуть видео или как-то подать знак, я не знаю. В общем, у нас, ребят, сейчас очень сильно жарко, 31 градус, и мы заказали чайник, так как у нас, ребят, на днях, у нас вообще какой-то капец, короче, капец капецовый, можно сказать, у нас, короче, сломался чайник. Не то, что он сломался, потому что у нас он не электрический, он, короче, у нас навернулся там, так как там постоянно накипь на этом чайнике, и постоянно нужно это все смывать, а мы это дело не смывали. Вы сами видели, в каком был состоянии наш чайник, и, короче, он там стал ржаветь, а эту воду пить нельзя, потому что там пальцем проводишь, там ржавеющее. Это мы, короче, заказали чайник на время. Дальше мама хочет купить какой-то такой чайник, я забыла, как называется он, вот, или электрический какой-нибудь, в общем, давай посмотрим. И, короче, мы заказали чайник, потом я заказала себе пенку для умывания, потому что у меня чистая линия пенки для умывания уже нету, а я обожаю марку чистой линии, именно пенку вообще обожаю. В общем, мы заказали из Яндекс.Маркета, это все должно прийти 16 июля. Вот, и вчера, короче, в Crazy Cash мне сказали, типа, вот на все заработанные деньги, типа, ты не могла себе купить лампу, потому что у нас здесь, короче, не работает вот эта вот лампа золотая, блин, она не работает у нас, это люстра, там проблемы, нужно вызывать электрика, там, короче, разбираться, я не знаю, может, там что-то замыкает. И, короче, я за 1700 с чем-то закажу себе лампу. Эту как она кольцевая, как она называется, для блогеров, короче, и буду на ней снимать. Вот, в общем, всем она нравится, я посмотрела отзывы, потому что сколько бы я ни искала, ребят, но никому не нравится сейчас ни лампы, у кого-то поломки, у кого-то проблемы, и поэтому я боялась заказывать, думаю, блин, я потрачу деньги, а мне придется какую-то хрень. Ну, в общем, здесь, наверное, будет все окей, потому что, в общем, лампа стоила, ребят, 8000, но снизили ее до 1700, но ее идеально покупают, там 2000 отзывов. Это говорит о том, что все окей, я посмотрела, у всех все окей. В общем, все окей, я куплю, надеюсь. Вот, и хочу купить, короче, в общем, я хочу на Озоне заказать, вот, не из Китая, естественно, на Озоне, заказать по-быстренькому, и все. Вот, и, короче, потом я вам покажу эти все покупочки, надеюсь, вот, потому что мне еще понравилась печь, у меня волосы сегодня вообще не слушаются, в общем, мне понравилась печь, специальная такая духовка, там можно печь, она вот такая вот, она как микроволновка, ребят, вот, поэтому я и хотела ее заказать, сейчас очень сильно много кто пользуется, потому что у нас духовка идеально делает, но она у нас низ как бы превращает просто в колотушку, поэтому я хочу сделать нормально. И хлебопечка, там нельзя устанавливать градусы, там вот есть 200 градусов, и ты делаешь, это же капец тесту 200 градусов. Поэтому я хочу там такую нормальную духовочку, ну, в общем, мини-духовочка, где можно регулировать, где можно все делать. Вот, поэтому вот так, я надеюсь, что меня слышно, вот такой вот микрофончик. Вот микрофончик. Заказывала, ребят, этот микрофончик я на Шеоне за 150 рублей. Да. Вот, но мне кажется, окей, нормальный звук. Вот. Может быть, такой же звук, как и в наушниках. То есть там -то тоже есть микрофон, но я хотела отдельно себе микрофончик. Вот, так что посмотрим, я хотела снять на него ASMR. Да, у нас сегодня, ребят, капец как жарко. Я сегодня еще заходила в приложение специальное, где я пою, да, своим голосом, который петь не умеет. Ну, в общем, я пою как-то, и там набираю аудиторию, у меня уже там 30 подписчиков. Ой. Йоу. Да, и поэтому вот такие, ребят, дела. В общем, вот, ребят, мы закупились. Варенье вот такое. Абрикосовый джем. Сыр. Сейчас еще это очень сильно придется все долго разбирать. Будешь что-нибудь говорить? Это вначале говорит, что я ее не снимаю. Да, не имею этого. Не
Вообще, вот, такие яйца мы очень сильно любим. Вот, село зеленое. Печень трески. Рис. Кошка. Хлеб. Гречка. Сливочное масло. Бананы, потому что сейчас тоже на них слегка подсела. Мы их частенько покупаем, так же, как и яблоки. Булочки. Рыба. Овощи. В общем, как-то так. А из джема я хотела как-нибудь потом что-нибудь сделать, но не знаю. Я просто не ожидала, что мне его купят. Поэтому вот. Вот нямка. Будет нямка. В общем, ребят, я только что недавно проснулась. Успела только лишь сделать уход и умыться. Да, и, короче, у меня здесь был такой кавардак. Цветы лежали тупо на столе в перевернутом виде. И моя вот эта любимая штука, я их очень сильно, ребят, часто покупаю, потому что мне нравится их такой рисунок золотой, типа богатый, ну, в общем, все классно. И они очень сильно удобные, такие, как мини-клеёночки. И вот, посмотрите, что произошло. Угадайте, что это? Это наша кошка, ребят, резвилась. И вот, ребят, что получилось из этого. Поэтому сейчас я, ребят, буду смотреть на Озоне срочно какие-нибудь клеёнки. И мама еще вчера, короче, я не знаю, каким образом, у нас никто никогда это не ломал. Но, в общем, там, где лежат у нас мыло, мыльница вот эта, она, короче, поломала там штуки, прикрепления, поломала. И, короче, теперь у нас нет мыльницы, но у нас не держится. Короче, ребят, это какой-то же капец. Сейчас, ребят, я вам покажу. Посмотрите. Как вообще, да, как и все уже такое уже старое на самом деле, потому что, ну, дольется вода, 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 вода. И, в общем, ребят, я посмотрела на Озоне, вот, куплю. А что там 150 рублей стоит? Нормально. Вот, я про эти, ребят, штуки имею в виду. Мне даже здесь она. Я их очень сильно, ребят, обожаю. Но, блин, на Озоне не могу найти, потому что я не могу понять, как она называется. Поэтому надо как-то, я не знаю, что делать. Потому что там, блин, тут такие клеёнки. Кстати, я посмотрела всякие разные такие клееночки на будущее, потому что она все равно подцапается в скором времени. Поэтому вот такая у нас погодка. Очень тепло. Очень жарко. Везде у нас, ребят, открытые окна. Просто на веревочках, ребят, чтобы у нас кошки не сбежали, на веревочках. Да, и в общем. В той комнате, ребят, я постирала, наконец-то, тюль. Мы ее не стирали, я не знаю, с какого года. И, короче, она у нас идеально белая, вот. Потому что я всегда забывала, потому что, знаете, в чем прикол? Там надо было пришить такую штуку специальную к тюле. А мне все было лень. И мы вчера с мамой пришили, и нормально. В общем, далее, наверное, займусь вот этой кухней как-нибудь. И все. И во всех комнатах все будет, ребят, идеально постирано. Вот, сейчас надо опять все мыть. Вот, в принципе, как обычно. На самом деле, ребят, убираться очень сильно трудно в такую погоду, потому что очень жарко. Вот. Короче. Это называется, ребят, когда у меня много новой одежды, но я продолжаю ходить в старой, ободранной. А почему-то самая такая удобная вещь из всех новых вещей. Короче, ребят, я попробовала этот джем. Он настолько, ребят, изумительный. Вообще, раньше я не любила такие джемы, но сейчас прям вообще обожаю. И сделала блины. Вот. Блиночки. Не так-то, ребят, очень вкусно, реально. Блины идеальный рецепт нашла, потому что поняла, что как я делаю блины, делаю чуточку неправильно, но вот по рецепту идеально. Такие блиночки с молочком на молоке. Да, у нас бананы. Мы стали очень, ребят, часто покупать бананы, яблоки. В общем, такие фрукты. Другие фрукты мы не покупаем пока что. Вот. Конечно, хотелось бы, наверное, персики. Но я, короче, сейчас не знаю. Сейчас вообще какая-то хрень с всякими фруктами. То там червяки, то какая-то хрень. Вот. И еще, короче, мне купили струну. Вот. Для гитары. Потому что у меня, короче, папа сломал одну струну. Я, короче, не могла учиться продолжать. Поэтому вот новая струнка, вот такая, она вообще тоненькая, прям.
Фокус. Такая вот она. Да. В общем, сейчас, ребят, два раза поела. Съела, наверное, сегодня три банана. Я что-то вообще обнаглела, реально. И скоро, ребят, я буду опять выступать в Crazy Cash. Вчера, ребят, очень прикольно было. Достаточно. Но из-за жары я себя чувствую, ребят, очень устала. Вот, я себя чувствую, ребят, очень сильно устала. Мне часто пишут, что я какая-то, типа, не в настроении. На самом деле, все более-менее так, потихоньку. Но просто я... Из-за жары, ребят, из-за духоты я устаю, то есть мне приходится открывать окно, махаться и просто чисто танцевать с открытой дверью, потому что если закрытая дверь, все, ребят, там как будто как пожар какой-то. Ой, я, короче, не знаю, как будет, сколько будет продолжаться такая жара, потому что, ребят, это вообще невыносимо, это пипец полнейший. И, в общем, ту лампу, в общем, Озон очень сильно сделал прикольно. Ту лампу, которую я хотела заказать, она стоила 8 тысяч, они ее снизили до 1800, округлим, да. И я такая резко захожу, резко раз, и у меня этой лампы нет. Я такая думаю, блин, что все, ну, выкупили, распродали, такая лампа, там такие, в принципе, вообще хорошие отзывы. Я, блин, захожу такая с испугу, смотрю, короче, вот там написано «цена о двух штук». То есть две штуки будет стоить 3000 рублей. То есть они тебе продают только двух штук. А нафига мне две лампы за 3000 рублей? Ну зачем мне столько ламп? И я потом, короче, искала, смотрю, мне попалась ровно такая же лампа, просто чуточку с другими изменениями. И она стоит 2000 рублей, одна лампа. Все, я ее забила. И вот завтра или послезавтра я буду заказывать. Еще, короче, завтра нам должны привезти чайник, как раз завтра пятница, 16-е. Вот, и... Мама еще заказала конфеты себе, потому что у нас, короче, здесь, ребят, не конфеты, а хрень какая-то привезли. Точнее, папа принес конфеты, а они тупо все, ребят, этот смятку, все тупо растаявшие, им даже морозилка не помогла, поэтому их выкинули, естественно, потому что, ну, мама побоялась их есть. Вот, купила обычные конфеты, ну, кстати, не обычные, а с вишней, я-то не люблю, я люблю, чтобы был тупо шоколад, а она любит, чтобы была какая-то такая начинка ягодная, вот, и заказала какао, потому что у нас из-за бананов, ребят, очень много развелось мошек, и поэтому мама выкинула какао, потому что оно было полуоткрытым, и заказала другое какао, я такое какао у нас здесь не видела, потому что на таких сайтах, как Озон, этот Яндекс.Маркет, там вообще, ребят, очень много выбора разного, поэтому кто еще не пробовал, ребят, пробуйте заказать что-то, там очень классно. Вот, ну, естественно, за вторую покупку маме пришлось было заплатить 90 рублей, потому что даже 90, ну, в общем, 100 рублей доставка. Вот, то есть две покупки у нее вышло в 300 рублей. А могло бы выйти бы в 200, но, блин, я такая, ну ладно, купи, типа, что теперь делать? Просто у меня тоже висят покупки в корзине, покупки, висят вещи на Озоне в корзине, которую я должна купить. У меня цена выходит 3000 рублей, это бешеные бабки, это потому что лампа. Ну, потому что я такая подумала, что это, блин, реально... Мне уже люди пишут, что за там, заработанную сумму ты не можешь себе купить лампу. Я-то могла купить ее много раз, естественно. И, естественно, на этот раз я подумала, что надо уже покупать. И поэтому я ее уже вбила в корзину, все. И вбила, в общем, вешалки для одежды 15 штук. Они стоили 1000, но они сейчас стоят 420 рублей. Ну, понятно, что они сначала набивают сумму, потом ставят скидка, чтобы люди покупали. Ну, наплевать, ребят, зато за 420 рублей можно купить целых 15 штук вешалок. Это же много, это достаточно хорошо для нашей одежды, потому что у нас на одну вешалку накидано постоянно по несколько маек, вот, поэтому потихоньку буду разбирать опять, может, гладить, точно не знаю, в такую жару я сегодня вообще, ребят, ничего даже не убирала, не прибирала, потому что я тупо не в состоянии, мне бы еще в крейзи отсидеть, потому что я вообще очень уставшая в жару, вот, поэтому это, ребят, очень-очень просто невыносимо. Да, я хочу, кстати, к вас поставить, потому что, ребят, мне очень тяжело. Вот. Короче, ребят, вот такие вот дела.
Надо поставить струну, и тогда, ребят, я буду выходить сюда именно с гитарой. Это будет реально очень сильно прикольно. Вот. Не обращайте внимания на вид, ребят. У нас здесь одежда развешена, и вообще, короче... И пыли много, и всего много. Но, блин, это, ребят, все мыть в жару я не в состоянии вообще. Я все жду, когда хоть будет поменьше. А оно, блин, знаете как, к вечеру поменьше может быть, там градусов, может, там, не знаю, там 25 максимум. Хотя я вчера в Крейзи, когда выступала вечером, ребят, было уже 30 градусов. То есть все равно было 30 градусов. То есть днем, к примеру, 31 градус, а к вечеру 30. То есть вот, роли вообще никакой не играет, поэтому я вообще, ребят, не знаю. Посмотрела еще на Озоне, ребят, вот такие вот классные, сногсшибательные, мои любимые сорочки, потому что они сейчас мне нужны. Вот, я, в принципе, вообще не была подготовлена к этой жаре, блин, аномальной, реально не была подготовлена. То есть, если у других людей есть вентиляторы, есть там много там разной одежды, там домашний, то ок. А я-то, блин, заказывала с Шеона одежду тупо для гулянок, потому что я вообще не думала, что так может сложиться все. Вот, но, короче, все непредсказуемо, и поэтому я на Озоне себе сохранила, ребят, в избранное несколько, там они по 400 рублей, вот такие вот сорочки. Мне понравилась сорочка из Василька, но в чем минус, то что я взяла с рукавкой, ну как бы с рукавами вот такими. И поэтому она очень сильно теплая для такой жары, и нужно что-то вот такое, чтобы были такие лямочки, чтобы было все удобно. И поэтому я как бы сохранила, ну не знаю, короче, как насчет того, куплю я это или не куплю, потому что у меня на Васильке много, в общем, ребят, глаза разбегаются, потому что если я вижу какую-то одежду, если я вижу что-то, то, что нравится мне нравится сейчас очень много, потому что я хочу что-то либо для выпечки, и мама говорит, что у нас нету кастрюль как бы нормальных, потому что они все старые, еще плюсом я кастрюли сохранила, в общем, очень хочется это все купить, выкупить на самом деле. Да, и тут мне еще люди пишут про ноутбук. Да, ребят, ноутбук я не выкупила, если кому-то это интересно, потому что у меня сейчас тупо другие проблемы. Все эти деньги ушли на еду, и поэтому заново копить я не знаю уже просто, потому что я не надеюсь на начинание опять же копить на ноутбук. Но если вдруг что-то изменится, всякое может быть, то, естественно, вы об этом узнаете, и я буду копить. Вот. Но сейчас как бы копить пока не получается. Музыка в тему. Делаем навороченное, да? Нам заебали, блядь, вообще. В общем, ребят, папа ставил эту струну, начал настраивать гитару, и другая струна у меня полетела. Я же говорила, нужно купить нормальный набор, а не по одной струне. Короче, нужно, ребят, покупать набор, чтобы нормально струны сделать. Потому что если вдруг еще порвется, у меня будет хотя бы набор, а не одна струна, которую заменили, и другая уже треснула. Короче, капец. Короче, ребят, очень-очень весело. Такая сейчас мини-история. У нас бежала кошка из окна. Я, короче, сейчас бегала за ней по улице, чтобы ее спасти. Вот, и она у нас постоянно летом сбегает, но тут, короче, в чем прикол, то, что полез еще и кот за ней. То есть, короче, это капец, блин. Меня бесят такие вот резкие состояния, точнее, резкие такие моменты, потому что я боюсь, что там что-то будет не так, и поэтому вот. Сейчас, короче, буду, наверное, опять есть банан. Обратите внимание на мой вид, я после крейзи сразу в таком же состоянии, просто прихожу в комнату, и тут вижу, что Пуша, наш кот, короче, начинает вылазить из окна. Я такая думаю, типа, в чем проблема? Смотрю, а там, короче, внизу Люся у нас. И я такая думаю,
ёкарный бабай, что творится вообще? И я, короче, резко побежала, и сейчас еще приняла душ по-быстренькому, просто сполоснула тело, потому что я, ребят, считайте, после крейзи сразу же выбежала, и я, короче, вообще в жопе полнейшей. Идеальный просто денёк, у меня уже нет просто сейчас каких-либо, какой-либо энергии для что-то, потому что сейчас я устала, хотя мне повезло, что кошка была у нас за домом. У нас был такой момент, когда у нас кошка убежала, ребят, к мусорному баку. У нас мусорный бак, я не знаю, будет ли там вообще фокусироваться, короче, в той стороне очень достаточно, ну, как сказать, недалеко, но нужно пройти. Вот, и, в общем, она у нас там была, и мы думали, что мы ее уже не спасем, потому что она просто тупо от нас бегала, и мы не могли ее словить. Блин, папа не смог словить кошку, пришлось было ловить меня. Я так и думала, что только я смогу ее словить. В общем, ребят, мне тупо повезло. У нас Люся идеально может спрыгнуть с первого этажа, но не может спрыгнуть с другого окна. С этого окна, ребят, она прыгает тупо идеально, потому что она постоянно сбегает только с этого окна. Так как это окно у нас пониже того окна, которое у нас гостиная. И, короче, получается, ребят, такая хрень. В общем, всем опять же привет. Посмотрите на эту красоту. Мы повесили картину сегодня, я ее практически дораскрасила. У нас 32 градуса жары. И вообще никакое лицо, никакое. Вот, в общем, ждем курьера, он уже у нас здесь. Вот, 8 заказов, 8 доставок. И, в общем, скоро будем мы. Там чайник, я вам все как раз идеально покажу, потому что, блин, так долго не было влога у меня, что-то 3 или 4 дня, но потому что я снимаю потихонечку кусками. Как было сложно, ребят, вешать эту картину. Она идеально просто вписалась, посмотрите. Просто идеально вписалась, и классная картина вообще. Посмотрела на зоне еще картины, хочу вязать крючком. Вообще напишите в комментариях, вообще сложно это или нет. Хочется там 1000 стоит отдавать такие деньги, но мне хочется попробовать ушивать крючком. У меня сейчас просто идет вдохновение, ребят, на художественные всякие изобретения. Вот. Посмотрите, вот так она смотрится, как вам? Вообще классно, да, мне кажется? Издалека у нас как раз, ребят, шторы здесь с цветочками. И вот это вообще классно получилось. В общем, ребят, пришло к нам из Яндекса.Маркет. Посмотрите, 3 коробочки вот таких. В общем, тут все даже написано, да, быть, наверное. А нет, там, значит, где-то внутри, да, должно быть. В общем, где-то должен быть чайник, где-то должны быть конфеты, что-то еще и что-то еще. Вот. Я, конечно, не подготовлена. Сейчас будем резать, смотреть. Так, больше нигде нет, а еще здесь. Тут я заказывала пенку, как я вам говорила. Но я начну с маленьких, естественно. Потом уже там, как получится, покажу. Так, я открыла. Смотрим. А, здесь, ребята, такие конфеты и какао. Вот такие конфеты. Они, ребята, они все горячие. Я надеюсь, хоть они сроки годности нормальные. Но, блин, что-то они такие горячие. Надеюсь, что нормальные. Вот такие вот конфеты в шоколадной глазури. Вот, 14.03.21, так-то они нормальные абсолютно. А то я в Яндекс.Маркет тоже, ребят, решила зарегистрироваться, чтобы на меня приходила и посмотрела, ребят, а там типа пишут, что какие-то просроченные конфеты, там все остальное, ну, короче, не знаю. Горячий шоколад, растворимый какао-напиток, классический аромат, вот такие вот. Вот, слегка помятый, но это не страшно, я лично не... Знаете, никак не реагирую на упаковку, там мята она, не мята, мне вообще без разницы. Вот такой горячий шоколад. Открыла я вторую, ребят, я так, в принципе, логически понимаю, что здесь чайник, а здесь мой уход. Точнее, мой уход. И в чем прикол, то что так все очень хорошо все время запечатано, прям вообще классно. Вот, посмотрите, какая большая коробка, всего лишь под... 3 вот таких пенки для умывания, потому что здесь именно такую пенку я не нашла. Она стоит там 300 рублей на Яндекс.Маркет. Вот такая вот она. Обожаю вообще ее. На 01.01.
06.24. То есть ее недавно, кстати, сделали, поэтому такая она долгая. И взяла себе вот такие вот, ребят, я самые ватные диски. Вот, очень посмотрите, когда такая коробка большая, и упаковали. Так, значит, набираем. И теперь, ребят, чайник. Это самое важное, потому что мы сейчас разогреваем все в этом, короче, как сказать-то вам, в кастрюле. Да, в общем, вот такая вот. Очень хорошо, кстати, она упакована тоже. Вот. Сейчас я ее буду разрезать, вам покажу. Потому что очень хорошо, прям плотно все запаковывают, что прям капец. Вот такой, ребят, чайник из нержавеющей стали. Малони, если я правильно читаю. Вот, вот такой вот он. Это обычный, ребят, чайник. Ничего такого сверхъестественного нет. Просто взяли на какое-то время, чтобы заменить по деньгам. Вот. Материал, так, объем 3 литра. Зеркальная полировка корпуса. Произведено в Китае. Поставщик. Так, значит, импортер Россия, Санкт-Петербург. Не знаю, почему. Я не знаю, правильно или нет, потому что я, мама, вроде бы не хотела брать китайский чайник, но я не знаю точно. Так, надо сейчас аккуратно его как-то взять. О. Ну, такой, кстати, очень легкий чайник, я бы сказала. Не скажу, что прям такой тяжелый, нормальный чайник. Вот такой вот чайничек. Здесь крышка пахнет, конечно. Не знаю, может, пройдет этот запах или нет. Ну-ка. Крышка-то открывается. Ну, естественно, туда же нужно наливать воду. Ну, обычный вот свисток. Такой свисток. Нормальный, ребят, чайник, легкий. Плотный. А, понятно, то есть вот, ребята, она закрытая, да, типа тут так, хоп, открываешь эту штуку, а этой ты ее закрываешь и льешь. То есть очень, ребят, удобно. Надеюсь, что она будет идеально прямо в использовании. В общем, ребят, оказывается, на сайте было написано то, что это чайник Россия. Но по факту, ребят, это Китай. И поэтому мы сейчас его проверяем, потому что он жутко вонял. Как бы, ну, мама его вымыла, естественно. Там сейчас мы его прокипятим, выльем воду. Вот. Ну, вообще, сам чайник, ребят, очень сильно классный. Именно вот, вот этой вот штучкой. Она очень сильно удобная. То есть тебе не нужно открывать эту пипку там и этот. Типа ты так нажимаешь вот сюда, и все окей. В общем, посмотрим, как еще конфеты, ребят, растаянные пришли, потому что очень сильно жарко, мы поняли, что пока не будем заказывать конфеты, потому что они, ну, растаявшие. Вот так я пока помыла пенки, все помыла, и, в общем, вот внутри упаковочки, ребят, выглядит вот такой вот горячий шоколад. Вот. Так что, ну, я его пила вроде как когда-то, так что нормально.